То, что озвучил Путин, и то, что произошло в конце, в результате этого озвучивания, то есть отмена удара по Сирии, это действительно миротворческий шаг, очень серьезный. Я думаю, что для мира на планете, безусловно, Путин вот в этом году сделал больше, чем кто-либо еще. Такого серьезного действия, которое бы предотвратило очередную войну и конфликт, ну, представьте, что Америка, если влезла в этот конфликт, там, чтобы началось, и какая толпа беженцев. То есть это представить себе страшно, вот эти бомбежки все. Вот. Поэтому Путин действительно сделал большое дело. Более достоин ли он, чем Барак Обама? Ну, тогда, может быть, Барак Обама делал хорошие миротворческие шаги. Сегодня Путин делает миротворческие шаги. Ребята, которые поехали туда выполнять свою работу, ну, конечно, не достойны никаких премий. Это их работа. Вот меня послали на концерт, концерт отработать. Я пошел, отпел, и мне за это премии давать. Какие премии? Это мой долг. Я выбрал такую дорогу в жизни. Они и должны были поехать этим заниматься. А вот то, что сделал Путин, это действительно достойно было премии мира в этом году. Я тут не Кобзон, тут меня, мое личное мнение, что такие шаги должны поощряться. Любые серьезные шаги, приведшие к локализации конфликта или ликвидации конфликта, или вообще к установлению мира в каком-либо регионе, должны поощряться, ведь в первую очередь, Нобелевскими академиками.